Получили награды. Поэтому мы проводим и такой класс. Не только мы. Этот класс определен как международная европейская организация «Арабская лошадь». Они даже не бегают совсем. Yeah.
начала. Ладно, оказывается, ей сказали сразу убегать рысью, так как она одна. Вот, не стыковочка, но не страшно. Смотрите, какой прекрасный. Как я хотела бы сказать, но
скорее он карабкал, не дождь попала. Какая мать! У этого великолепного жеребца. Вчера мы видели его также в классе под цветом. Классик Плэжер. Сегодня в 15:00 мы снова его увидим. Классик традиционного арабского костюма. Не расходитесь, ждем всех в 15:00. Спасибо большое участнику под номером 24. Я вам наконец могу представить, что перед нами был Нефрит Бай, темно-белый мастер от Фаделя и Нельбины, рожден в конном клубе «Табун», Беларусь, принадлежит Алене Мороз, Беларусь.
Судьи в это время оценивают линию века, движение лошади, ноги. Мама, скажи, сколько что вы мне дали? Когда ты будешь смотреть в носу кучу, пойдем со мной в машину, слушай, останемся. Там номер баланса синий. Опытный боец. Могу сказать, что Роман Рабов стал серебряным чемпионом России. Но не останавливается над этим. Приехал в Санкт-Петербург в очередной раз, чтобы подтвердить свой титул. Поблагодарим его аплодисментами, дорогие зрители! Thank you.